Всем добрый день. Вот я проехал, вот там я был, за теми ветлами. Вот. Ну вот оно, пространство. Видно, что тут шумел камыш. Это вот выкосили. Дорога вот накатана. Там вот я не знаю, что там вдали. Какой-то хижина какая-то. Чего там отдыхают? Не знаю, короче. Ну вот тут вот, значит, речка, вот камыш. Камыш высокий. Я не знаю, 3 метра, наверное. Вот. Ну, в общем, это болотина, топь. А вот она, опушка леса. Но лес это рукотворный, он рядами посаженный. Вот. Ну, соответственно, вот полянка. Но здесь, во-первых, теневая сторона, это раз. А во-вторых, здесь сырость будет тянуть. Жуткое дело. Вот. Как бы. Ну, такие вот дела. А, кстати, домик. Вот. Я не знаю, ну уже кто-то влез в территорию этого леса, вот где машинка стоит, сразу там за деревьями, там стоит дом. И он видно уже, там даже не дом стоит, там кто-то отжал кусок себе в лесочке в этом. Вот. И огородил его там шифером, ну, наверное, не знаю, соток 5, наверное, там 8. А вот там видно вот теплицы. Вот. Но это вот на опушке леса, вот она. А вот сразу вот за машинкой там отжатый кусок, прям в лесе, в этих ветлах. Ветлы такие хорошие, гигантские, вот. Фактически это вот край улицы, ну, задняя его часть, тыльная. Вот. Как бы. А вот сразу вот за мной, а вот дорога прокатана. Вот это, к этому участку. Вот. А раньше здесь были огороды, ну, задний двор, в общем, у улицы. Вот. Ну, а так как романтика, ну и территории уже практически нет. Вот это огороды порезали и прокатали, здесь улицу нарезали. Вот. Фактически это вот край улицы я стою. Вот. Вот такие вот дела. Всем удачи, до новых встреч.